Здравствуйте, дорогие гости! Я рада приветствовать вас на празднике Дня Рождения. Да, именно официального Дня Рождения новой семьи. Я благодарю вас за то, что вы сегодня собрались с нами разделить эти счастливые моменты. Для того, чтобы бракосочетание состоялось, нашим молодым нужны спутники в их пути. И этими людьми должны быть самые близкие друзья. Итак, встречайте почетных свидетелей! Встречайте, самый счастливый мужчина, будущий глава семьи, Александр. Александр, сейчас для тебя настанет волшебный момент. В твоих мыслях оживет сказка. Ты ждал ее всю жизнь. Прошу всех гостей подняться и встретить нашу невесту Евгению в сопровождении любимого папы. Дорогие Александр и Евгения, самым ярким, незабываемым днем станет именно этот день. В этом сложном, непростом и таком торопливом мире на счастье, на радость вы встретили друг друга. И отныне вы в ответе не только за себя, но и за того самого близкого, самого дорогого человека, который доверил вам себя в этот день. Хочу напомнить, что вступление в брак – это сугубо личный поступок. Но для того, чтобы черпать силу и энергию, их союз должен одобряться родными и близкими друзьями. Поэтому наша прекрасная пара обращается сейчас ко всем вам. Поддерживаете ли вы их решение вступить в брак? И готовы ли вы принять нового человека – вашу семью и ваши друзья? Если кто знает причину, по которой этот брак не может состояться, пусть назовет ее сейчас или замолчит навсегда. Спасибо. Дорогие родители, посмотрите сейчас на ваших детей. Какие взрослые, какие красивые и счастливые сегодня они. Как быстро выросли ваши дети. Они от всей души хотят сказать вам большое спасибо за их счастливое детство. И желают вам сил и здоровья для будущих внуков. Хочу напомнить, что брак – это серьезный поступок. Поэтому еще раз, взвешивая всю серьезность и ответственность перед этим шагом, прошу ответить.
Евгения, посмотри в глаза Александра и повторяй за мной. Мое желание взять в мужья Александра. Мое желание взять в мужья Александра является добровольным и осознанным. Является добровольным и осознанным. Согласна быть всегда рядом. Согласна быть всегда рядом. Дарить свою улыбку, любовь и верность. Дарить свою улыбку, любовь и верность. Согласна разделить с тобой всю жизнь. Согласна разделить с тобой всю жизнь. В болезни и в здравии. В болезни и в здравии. В богатстве и бедности. В богатстве и бедности. В счастье и горе. В счастье и горе. До конца дней своих. До конца дней своих. Александр, посмотри в глаза любимой и повторяй за мной. Мое желание взять в жены Евгению. Мое желание взять в жены Евгению является добровольным и осознанным. Является добровольным и осознанным. Согласен свято хранить нашу любовь. Согласен свято хранить нашу любовь. Быть опорой нашей семье. Быть опорой нашей семье. Согласен быть другом и спутником. Согласен быть другом и спутником. И прожить всю жизнь. И прожить всю жизнь. В болезни и в здравии. В болезни и в здравии. В богатстве и бедности. В богатстве и бедности. В счастье и горе. В счастье и горе. До конца дней своих. До конца дней своих. Евгения, клянешься ли ты во время споров и разногласий говорить три главных слова? Любимый, ты прав. Клянусь. Готов ли ты, Александр, на все капризы Евгении отвечать тремя главными словами? Люблю, куплю, поедем. Клянусь. В знак объединения двух влюбленных сердец прошу скрепить ваш семейный союз поцелуем. Александр, вы можете поцеловать Евгению. Еще хотят гости? Сейчас я приглашаю вас подойти и скрепить свой семейный союз подписями. Уважаемые свидетели, прошу вас подойти и закрепить законное бракосочетание своими подписями. Можете выпить на счастье ваш первый семейный бокал. Души, от всего сердца хотим от имени всех гостей поздравить вас с созданием вашей семьи. Живите в мире и согласии, любите и оберегайте друг друга, заботьтесь друг о друге, храните каждый день, каждый миг вашего счастья. Не огорчайте любимого человека недоверием, невниманием, всем тем, что может разрушить
единство ваших душ. Сегодня вы теплом своих сердец зажгли очаг. Храните же его тепло, а он будет хранить и оберегать вашу семью. А тебе, Александр, как главе новорожденной семьи, я вручаю свидетельство о браке. Александр. Александр, посмотри на свою жену Евгению. Как прекрасна, очаровательна она в этот день. Береги ее от невзгод и разочарований, заботься о ней. Ведь тепло вашего дома будет всегда зависеть от ее счастливой улыбки. А тебе, Евгения, я желаю, чтобы твои глаза всегда сияли, а слезы проливались только от счастья. От себя лично я вам желаю счастья семейной жизни. Желаю любить не только сердцем, но и душой. Вместе стройте дом, вместе садите деревья, вместе воспитывайте ваших будущих детей. А вас, дорогие гости, я попрошу всячески поддерживать молодых. Сейчас вы можете поздравить их и вручить им ваши подарки. Александр и Евгения, принимайте поздравления! Seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali. L'amore che a letto si fa, prendimi l'altra metà, oggi ritorni da lei, primo maggio, su coraggio io ti amo. Chiedo perdono, ricordi chi sono. Apri la porta, un guerriero di carta igienica, e dammi il tuo vino leggero. Che hai fatto quando non c'ero? Quando non c'ero, e le lenzuola di lino, dammi il sonno di un bambino che dà sogna, gira di lavoro, fammi abbracciare una donna che stira cantando e poi fatti un po' prendere in giro. L'amore, vesti la rabbia di pace.
mountain trying to fly. I'm doing the best that I can do without you. Well, I'm a ship in a desert sea. Well, I'm the only one there for me. I'm doing the best that I can. Двери для меня, что впредь закрыты. Не
напиши DM. Я придумай happy end. Повернул все так, чтоб во сердце вновь были стак. Все ведь как в кино, разреши лишь достать его. Не пиши the end. Я придумай happy end. Можно зачеркнуть, переписать обложку, переснять все сцены, монологи, из сюжета вычеркнуть так много, декорации сменить на осень, о локациях никто не спросит. Разреши мне сделать это тайно, чтоб все получилось как случайно. Не пиши